продолжается от должности, вплоть до прибытия на судно нового капитана Севченко. На судне один капитан, это я. Я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. Ждем распоряжения Москвы. Стоп, машина! Мы даже не знаем, живы они или нет. Я люблю тебя, слышишь? Петров! Ты что творишь? Там один на борту 70 человек! Ну что, погнали? Я сказал, бегом от телеграфа! На руль провода.